Это повсюду 5 раз, мы делаем подъемы с паузой в верхнем положении. Первым упражнением мы делаем круговое движение. Движение круговое как мы выполняем? Ладонь со старта смотрит у нас вниз. Как можно выше, как позволяет гибкость нам. Мы поднимаем руку вверх, уводя в сторону, где-то в районе 90 градусов, я делаю разворот и увожу назад. 6 круговых движений. Да, только разворот, только разворот вести. Вот. Да, вот туда обратно 6 раз. Сколько подходов у тебя? Ну, каждое движение где-то минимум 3-5 подходов.